Следственный отдел по Волжскому району города Саратов поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенной по улице Челюскинцев города Саратова, было обнаружено три тела. А именно, это тела двух мужчин и тело женщины. Женщина 81 года рождения и ее сожитель 62 года рождения. Кроме того, в настоящий момент устанавливается личность их знакомого, который также находился с ними в данной квартире. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Следует отметить, что видимых телесных повреждений, характерных именно для насильственной смерти, на телах погибших не обнаружено. Также следователям стало известно, что с квартиры этажом выше были госпитализированы двое детей. Это мальчик 16 лет и девочка в возрасте 2 лет в медицинское учреждение с признаками отравлений. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Предварительной причиной смерти трех лиц является отравление угарным газом. Следователи устанавливают обстоятельства, которые послужили данному происшествию.